Ну, пропуск кадров, хорошо. Хорошо, ну как? Как бы ее, сука. Не хочешь, что мне сегодня постримить не получится? Потому что галимый пропуск кадров. Ну, в принципе, 142, сука. Ну, в принципе, постримить можно. Вроде не такой уж сильный. Ну, сука. Вот только я начинаю пиздить, что не такой большой пропуск кадров, как все нахуй, что там построено нормально? Как все нахуй, что там построено нормально? Как все нахуй, что там. Да, вроде нормально, блядь, живой орел такой, блядь, красавчик. Стоит ли стримить? Ну, типа, ладно, го я попробую, если что, обрублю. Так, покуда законнекчусь. Так. Инженер. Так. А, все, я вспомнил. У нас тут пригласили это Васю отправить на встречу. Точно. Так, что там по пропуску кадров? Ну, сука. Ну, типа, вроде более-менее, но, сука, в один момент так проседает. Оно надо мне, нет? Папара-пара. Ладно, сейчас пару секунд посмотрю. Ну, в принципе, вроде как стримить можно. По факту, да. Так, нет, нет, не смей, тварь. Отлично. Так, ладно, все окей, буду стримить. Пропуск кадров не сильно большой, вроде как успокоился. Стримить можно, сука. Сейчас я наблюдаю за этим. Нет, 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 сука, нет! Ах, хер его знает, в общем. Ладно. Острым. И что мне делать? Спросил я, прогнав в голове несколько вариантов, пока мы огибали центр лагеря и шли к черному ходу. Как мне к чему подойти, что говорить? А, как мне к нему подойти, что говорить? Не знаю, как я уже сказал, у вас есть схожая черта. Вы оба словно два белых пятна на черном листе. И так как вы на одном так как вы в одном одинаковом положении, попробуй придумать повод, отталкиваясь именно от этого. Может, придумать что-то. Отличный план без плана, слава. Увы, что придумал, то придумал. Не все можно посчитать и предвидеть, особенно реакцию на что-то. Я бы мог придумать историю и способ, как его убить, но у меня нет ни малейшей гарантии, что эта задумка не сорвется. И образ мышления всегда был мне непонятен. Некоторые его решения порой были настолько спонтанны, что осталось только удивиться, как они могли привести его к успеху, в достижении тех или иных целей. Так что я не могу быть ни в чем уверен. Здорово. А я думаю, что буду уверена. Ты не знаешь его, а он тебя. Возможно, это я, общаясь с ним, смотрю на него и говорю ему то, что проходит через мою призму знания. Кто знает, может, не будь мы знакомы с ним, я бы сам с легкостью его уговорил. Да уж, обрадовал. Перебравшись через забор, мы медленно шли по дороге уже знакомым мне маршрутом. Вообще, я мало понимал, чего действительно добивается слава. Вообще, я мало что понимаю. В действительности, подумать и поверить, что... И поверить что-то, о чем говорит Денис и Слава в конце света, про действительно правду, то... Блядь, не понял, нихуя. В действительности, подумать и поверить, что-то... Так... Сейчас все каша не мешает. Действительно, если подумать и поверить, что
в то, о чем говорят Денис Сава, «Конце света» и прочим, действительно правда то? Нет, я не понимаю. Я тоже! Как одна женщина способна уничтожить мир? Спросила я вслух, устав отвечать сама... Устав отвечать, сама отвечать... Блин. Так, мне больно. Спросил я вслух, устав сама отвечать на заданные самой же себе вопросы. У меня это в голове не укладывается. Знаешь, если бы речь шла не о Лилит, то я бы сказал, что для женщин нет ничего проще. Слава, улыбнусь и поправил очки. Я серьезно спрашиваю, чем она угрожает миру? Если так, то почему... Чем она уже... Если так, то почему ты так спокоен? Я далеко не спокоен, но пытаюсь держать себя в руках. А миру она угрожает самим своим существованием. А больше конкретики можно? Слышал что-нибудь о чуме? Ну, про великую лондонскую чуму слышал. Пророчество гласит, что когда Лилит придет в этот мир и восстановит свою силу, все божественное в мире будет обречено на уничтожение. Луна красится в красные люди, пребывая во лжи, забыв о правде, начнут терять нити реальности, впадая в безумие или же падая в бессознательный сны. Мир собственных идей, сон без конца. Что, бесконечно Цукуйоми? В небо взмоют окаменелые мухи, разнося за собой болезни, чуму и безумие. Леса будут гореть, реки обратятся кровью, дожди станут ледяными иглами, воздух будет пропитан отравой и смертельными микробами. Начнется хаос, в котором человечество и все живое начнет массово истреблять всех подряд и самих себя. Где сама природа обернется против всего живого и против самой себя. В конечном итоге все сгорит в адском огне, который Лилит нашлет на все оставшееся живое, чтобы очистить эту землю. Она не просто все уничтожит пламенем своей ярости. Она безумна. И она сначала заставит нас мучиться и страдать. Кто-то сможет бороться, пытаться выжить, приложив неимоверные усилия пройти через бурю потерь. Но в конечном итоге она все равно сожжет все дотла. И что она на это действительно способна? Я плохо знаю ее. Но даже с учетом того, что я знаю, да, она на такое способна. Теперь ты понимаешь, почему нам так необходимо подобной жестокости ее убийства, и почему мы не можем позволить Хайту умереть от ее рук. У нас есть маленький шанс остановить ее, и мы должны им воспользоваться. Можешь считать меня ненормальным и садистом, но я лишь хочу спасти этот мир, как бы глупо это ни звучало из уст подростка. Он поправил очки и двинулся дальше. Все оставшееся время Слава молчал, ровно как я, пытаясь переварить полученную информацию о том, что ждет всех людей в этом времени. Но я все равно не могу в это поверить. Проскальзывала на передний план мысль, вырываясь из потока остальных. Все это в голове не укладывается. Как я вообще должна совмещать в себе? Пойду с ребятами на концерт, и тут чума, смерть, боль, огонь и так далее. Это же свихнуться можно. Я лишь время от времени вытирал лицо рукой. Как же я хочу домой. Опа, знакомый бэкграунд. Почти пришли, сказал Слава, останавливаясь. Мы тут с Денисом скинулись. Он взял кошелек и открыл его, отчитав несколько купюр. Возьми, это на такси и прочие затраты. У вас будет время зайти в магазин и просто походить по городу. Ужин ты пропустил, так что сможешь купить что-нибудь покушать. Спасибо. Я принял деньги, убирая в кармашек. Не волнуйся, все должно пройти гладко. Пойдем, доведу до магазина и там же зайдемся. Я лишь кивнула. Ладно, дальше сама. И куда мне идти? Магазин, сельский бар или похожее место. Хай должен быть где-то здесь. Слава прищурился. Тихо тут как-то. Прошептал он подозрительно. Но спустя время вновь обернулся ко мне. Все запомнил. Найдешь его, поговоришь, доведешь до места, а тут уже с Денисом доберешься до лагеря. Времени еще достаточно, так что думаю, к отбой вернешься. Надеюсь. Не хотелось бы встревать в неприятности. Катя. Чего? Я. Ладно, не важно, иди. Сказал А, говори Б. Нет, не думаю, что это важно. Не будем тянуть. Удачи. Да, бля, громко.
И такая музыка, как будто он в любви еще признается. Не ждаясь моего ответа, он пошел мимо меня, удаляясь по дороге, откуда мы пришли. Гадость какую-то задумал, не иначе. Только и подумал я, направляясь в сторону магазина. Ассалам алейкум. Войдя внутрь магазинчика, я огляделась. Вновь завороженно глядя на разнообразные штучки. Пройдя вдоль полок, я то и дело брала какие-то вкусности, но здравый смысл и желание поскорее совсем разобраться отбивали мне всякое желание покупать что-либо. К тому же деньги и на другие вещи пригодятся. Кто знает, чем выльется вся эта поездочка. С этой мыслью я подошел к кассе, где работала вся та же женщина, что и в прошлые разы. Здравствуйте. Вроде все замерев у кассы. Здравствуй. Тебе подсказать что-то? Бля. Ну хай, блядь, подобрал, блядь, девушку на такую роль. Поставь бы бабку какую-нибудь на такую. Да, я хотел бы спросить. Вы не подскажете, не заходил ли к вам парень лет 25? У него потрепанный костюм, черные волосы и глаза неестественно красного цвета. Может, вы его видели? А ты с какой целью интересуешься? А то вдруг удумал чего плохого. Нет-нет, просто он сейчас... Как бы сказать... Мы с ним в похожем положении, поставить себя на его место. Легко сказать, блин. Он сейчас в очень непростом положении, и ему нужна помощь. Говорю проще, у меня есть для него нужная информация насчет временного жилища, где он сможет какое-то время отдохнуть и подумать над своей проблемой, вот. Женщина лишь подняла бровь мужа, с некой усмешкой в взгляде смотря на меня. Это правда очень важно. Так, у меня пропуск кадров. Понемногу, вот нормально. Если вы его не видели, то не могли бы вы, если вдруг похоже, что ее кто-то появится, передать ему сообщение от Кати. Это я, если что. Ты ему и взаправду помочь хочешь? Хочу. Но я не знаю, нужна ли ему моя помощь. Помощь в чем? А-ля-ля. Раздал за спиной вместе со звоном колокольчиков. Уф, бля, ну нихуя, переоделся. Вот это бой, я понимаю. Я обернулась и обомлела. Чего ты так уставилась? Твое лицо. Оно... Что с ним не так? Ничего, просто показалось, наверное. Мы можем поговорить? Ну, пойдем поговорим. Он кивнул продавщице и вышел на улицу. Спасибо за помощь, сказал я ей, кивнул и поспешил следом за Васей. Да, вот это парень, вот тупо сас. Ну давай, говори, сказал он, садясь на лавку и закуривая, когда я догнал его. Как? Только спросил я, садясь на край лавки рядом. Что как? Твое лицо. Оно же было все помятое и в синяках. На мне все заживает быстрее, чем на собаке. Это моя суперспособность. Но хватит лирики. Почему ты пришла сюда и чего хочешь? Я буду честна. Вот адрес, там тебя будет ждать человек, который должен тебе помочь. Слава дал мне этот адрес и сказал, что его нужно передать тебе. Мне нет смысла врать, что это моя инициатива. Поэтому говорю как есть. Чего же он все не отстанет? Только и прошипел Вася, затягивая сигаретой. Ему важно, чтобы ты остался жив. Ему? Я знаю, что ты делал в осколке чего-то там, который Лилит оставил тебе. Но ты же сам прекрасно понимаешь, как трудно бороться с подобным врагом. Да откуда ты? Знаю, мне слова Дениса сказали достаточно. Мне самой не понять этого. Мне далеки такие вещи, но я услышал достаточно, чтобы понять, что Лилит опасна. Я поддерживаю твое желание вернуть себе свою. Я поддерживаю твое желание вернуть себе свою. Даже произносить такие вещи странно. Душу. Но пойми, что есть вещи более весомые, чем твои желания. Если допустить, что Лилит и вправду способна разрушить эту реальность, которую ты так хотел создать и создал, неправильно ли будет прислушаться голосу разума и остановиться? Как я сказала, я слышал достаточно. Не понять всей ценности твоих поступков. Я далека от понимания того, что было с тобой и Денисом раньше. Но дай шанс совсем разобраться, если тебе самому настолько все надоело, и ты попросту стал бороться. Если они проиграют, потерпят неудачу и прочее, ты сможешь делать так, как ты хочешь, потому что других вариантов уже попросту не останется. Но подумай. Подумай о том, чтобы дать шанс Денису и Славе. Помоги им. Не умирай. Спрячься. Тебе, наверное, страшно. Мне тоже страшно.
Но я терпеливо жду, понимая, что если я могу что-то сделать, то это только помешает. Я знаю, что тебя мало волнуют мои слова и мои просьбы, что тебе все равно, кто и что придумал. У тебя есть цель, и ты хочешь ее достичь. Для меня это все равно не имеет значения, буду честна. Я просто хочу вернуться домой, и меня не интересует, вернешь ты душу или же нет. Равно как и тебя не волнуют мои желания и надежды. Но я доверил Славе и Денису. Я верю, что они справятся, или у них все получится. Блять, ты видел этого Дениса, блять? Тут без Хайда никак не обойтись. Доверилась и жду. Так я им не мешаю, и сама имею достаточно времени, чтобы подумать, как мне самой в случае чего решить эту проблему. Ладно, нет смысла больше говорить что-то подобное. В общем, вот. Я положу ему в нагрудный карман бумажку с адресом. Решайся только тебе. Если ты поедешь, то поехали вместе. Если не поедешь, то я вернусь в лагерь и попытаюсь выбросить все, что услышала из головы и займусь повседневными делами. Решай, не тяни время, пожалуйста. Что за человек должен меня встретить? Не знаю. Только адрес, никаких имен и уточнений. Солгал я. Буду аналогично честен с тобой, Катя. Он повернулся ко мне, выпуская дым носом. Я не верю в Люциферу. А еще больше, я не верю в Дениса. Последнее, что иное, как подкол, если что. Оставь свои шутки. Мне плевать, какой ты крутой, какие по сравнению с тобой никчемные остальные. Понимаешь? Мне абсолютно все равно. Я сказал, я хочу домой. Я не хочу в этом участвовать. Поэтому давай ты сейчас, вместо того, чтобы шутить, подумаешь о том, что я сказал, и дашь мне ответ. Если тебе плевать на свое время, то подумай о моем. У меня его не так много, и тратить его на пустые разговоры я не намерена. Мне этого хватает в лагере. А ты мне нравишься, слушай. Он улыбнулся мне. Ладно, я тебе поверю. Просто потому, что ты мне нравишься. Я съезжу с тобой на этот адрес, но если там будет что-то... Я знаю не больше твоего. Есть адрес, есть человек, что должен помочь тебе. Все, точка. И поверь мне, если он меня обманул, я с него трешку спущу, и плевать мне, что он кто-то там и откуда там. Понимаешь? Я иду с тобой и рискую так же, как и ты. Ну так что, едем? Я протянул ему руку. Как же вы достали меня, только и простонал он, пожимая мою руку. Поехали, поехали. Погоди здесь, я сейчас. Он затушил сигарету и встал с места, направился в магазин. Я же наконец выдохнул, поражаясь своей речи. Было проще, чем казалось. Как же повезло. Только и подумал я, потягиваясь. И что, я никого не встречу тут? Спустя пару минут Вася вышел из магазина и подошел ко мне, вновь закуривая. Я вызвал такси, только и сказал он, садись рядом. Здорово. И как тебе в этом время... И как тебе это время? В плане. В том самом. У тебя какой-то грустный взгляд. Помню, Денису нравилось здесь, в будущем. А вот ты вся словно иголками бросала. Мне трудно здесь. Почему? Потому что я из другого времени. Нелогично ли? Здесь многие вещи кажутся мне неприемлемыми, дикими и незаконными. Если бы дело было в то... Если бы дело было только в перемещении во времени, то это еще куда не шло. Но тут же вы своими лилитами, убийствами, насилием, предсказаниями конца света и прочей гадостью. Это давит на меня. Мне вполне комфортно общаться с ребятами на отвлеченные темы, участвовать в какой-то деятельности и прочее подобное. Но уживаться с мыслями о том, что за всем этим скрывается невыносимо, невыносимо и страшно. Ну да, по сравнению с твоей Санта-Барбарой, у Дениса была легкая сказка. Выдохнул грустно. И он неожиданно замолк и замер, а его глаза с неистовой скоростью начали бегать со стороны в сторону. На землю! Он схватил меня, и мы оба рухнули у основания лавки. Я почувствовал неистовый жар, обдававший меня откуда-то сверху. Когда его ощущение сошло, Вася в ту же секунду подхватил меня и поставил на ноги. Я бросил взгляд за спину и увидел, что кустарник, что было за нашими спинами, когда мы сели. Да блять! Я бросил взгляд за спину и увидел, что кустарник, что был за нашими спинами, когда мы сидели, выгорел почистую, а на самой лавке были следы копоти. Это только и выдавал я из себя. Прекрасно, мой мальчик. Оля! Добрый день. Вот мелодичный отступ каблуков к тому же женщине из моих снов. И вижу, ты начинаешь раскрывать свой потенциал. Катя, обратился ко мне Вася, закатывая рукава. Ей нужна ты. Беги в магазин, Юля тебя спрячет. Что? Разве не ты? Потом поговорим об этом.
Сейчас тебе нужно спрятаться. Я атакую ее, а ты убегай, ясно? Не так быстро, мой мальчик. Из-за угла магазина и со стороны дороги окружая нас начали выходить люди, облаченные все как один в красной куртке. Твою мать! Только и прошипел Харри. Что, ты снова хочешь подраться? Обратился он уже к Лилит. Как это у вас говорится? Одним выстрелом двух зайцев. И то верно. Убью твоих марионеток, а затем и тебя. В прошлый раз тебе не хватило, чтобы понять, что меня нельзя убить. Можно, я знаю, как это сделать. Он улыбнулся и закурил сигарету. Как насчет пробежаться? Как насчет пробежаться в наше уютное гнездышко? Он сделал шаг к Лилит навстречу. Ват. Лицо Лилит резко исказилось в недовольной гримасе, и она, вспыхнув ярким пламенем, испарилась, оставляя за собой лишь горсть пепла и угли, разлетающиеся по воздуху. Что, страшно? Выкрикнул он в воздух, шаря по остальным взглядам. Вновь меня обдал жаром, и яркая вспышка по левую руку от Васи ослепила меня. Я лишь успел увидеть, как Лилит материализуется из пламени, запуская в сторону свою горящую руку. Но Вася успел отпрыгнуть назад, уворачиваясь от удара и заслоняя меня от пламени, бьющего в лицо. Вновь яркая вспышка, оставляющая после себя лишь угольки в воздухе и пепел, оседающий на землю. Вася резко развернулся ко мне и взял меня за плечи, смотря куда-то мимо меня, чуть выше моей головы. Спиной ощутила сильный жар, а блеск огня, что отразился в глазах Васи, дал понять, что Лилит сейчас выскочит прямо у меня за спиной. Попалась, сука. Ох, бля. Вот это взгляд. Вокруг все мгновенно погрузилось во тьму. Я видел лишь красные глаза, возвышающиеся надо мной. Черт. Эхом раздался шепот Васи, и в тот же миг над нами вспыхнули огненные глаза Лилит. Белая вспышка от возвращающегося тонущего света меня вновь ослепила. Не видя, я ощутила лишь объятия и краткую невесомость, после которой пришлось болезненное падение. «Вставай!» — рявкнул на меня Вася, протащив меня за руки по асфальту, сдирая с колена кожу, после поднимая меня на ноги. Дыхание перехватывало. Меня охватил паника и дрожь. Я смотрел на обугленные остатки лавки, понимая, что если бы не это падение и его учение по асфальту, мы бы сейчас, скорее всего, уже были мертвы. Из этой пелены страха меня вывел вскрик Вася. Он согнулся пополам и, считая, закрыл лицо ладонью. «Ты...» — начал я, но прервал, заметив, что из-под ладони, что прикрывал глаза и нос. По его лицу на асфальте стекла кровь. Очень много крови. «Что случилось?» В панике я схватила его и встряхнула. «Ты в порядке?» Ответ был лишь смех Лилит. Глупый мальчишка, ну бля, какое личико. Ты думал, сможешь победить мать? Что ты сделала? Я? Ничего. Он сам себе навредил. Он пытался использовать силу, которая ему не по зубам. Много ты знаешь. Я все знаю. И ставлю балл за попытку. Но тебе еще нужно практиковаться, чтобы достичь уровня своего предка. Но не переусердствуй, а то ослепнешь. И того хуже, умрешь. В отличие от своего предка, чьи глаза ты унаследовал, ты всего лишь смертная букашка. Так, вот тут уже интересней. Вновь раздался приглушенный ладонью смех Лилит, а Вася, кажется, оправившись, выпрямившись, убирая от лица руку. О чем она? Глаза. Все дело в моих глазах. Ты действительно думал, что я не узнаю их? Я об этом не думал. В последнее время я думаю только о том, что... Как бы прикончить себя? Уснуть не могу, только об этом и думаю. Мне нравится то, как ты быстро развиваешься. Но мне нужна девочка, ты это знаешь. А еще знаю, что ты потратил довольно много сил на эти перемещения, поэтому и не атакуешь. Устала, мамаша? Лилит лишь улыбнулась ему. Мы с тобой еще непременно потанцуем. Мне нужна девчонка. Отдала она приказ уже громче и вновь вспыхнув испарилась. А люди в красных одеждах начали сжимать нас в кольцо. «Слушай меня!» — начал снова Вася, вытирая лицо от крови. «Глаза забирают у меня много сил, и сейчас они чертовски болят. Я не вытяну их всех в одиночку. Но бой принять придется. Как только увидишь окно, беги прочь, а я попробую тебя прикрыть. Будут хватать, бей по яйцам и в глаза, ясно?» Я лишь судорожно закивал головой. А ряды красных тем временем сомкнулись, поджимая нас спинами к стене.
Этот бой заранее проигран. Эти ублюдки не в своем уме, их слишком много, поэтому я буду убивать. Только ты сказал, Вася, тихо. Можешь сразу готовиться к тому, что тебе придется увидеть. Он за своим мне с собой встряхнул руками. Ну, бля, сейчас, наверное, это деревенская шпана, блядь, мне должна помочь. Ну, вот так. Типа они увидят качку такие, блядь, и тут такие, эй, что за хуйня, и вот эти разборки должны. Ну, по факту так. Он за своим мне с собой встряхнул руками. Ну что, дети, Я бы сказал, ну что, дети шлюха, потанцуем? Красные, издав какой-то полусип, полувопль, рванули с места. Неожиданно часть тех, что были слева, повалились на землю сбитые батареи. Позади них стоял парнишка, которого я видел в тот день, когда Алена подралась с местной девчонкой. О, ну, ай, о чем я говорю, ну это ж Мэтью, бля. Или не он, ну это ж не тот, который посылку передал, скорее всего Мэтт. В самом центре сделал большую брешь в рядах красных, часть из нападающих упала на землю, сбитая парой велосипедов. Вовремя, мать вашу! Скрикнул Хайт и побежал вперед в прыжке, нанося удар ногами, сбивая еще несколько красных на землю. Что происходит у вас здесь? Им нужны девчонки! Выкрикнул Хайт откуда-то из красного месива. В битву встрял и Матвей. Ну, я же говорю, Мэтью, тупо, ну, бля, тупо предсказатель. Ну, на самом деле, это и хорошо, как бы. Он медленно и тактично наступал на врага, нанося гулкие и тяжелые удары, смотря на которые морщилось и представляло, как это было... Это боль, наверное. Вытащив Хайта из месива, они вдвоем отступили к нам, оглядывая красных. Аля! Ну, блядь, вот это банда! Вовремя! Сипел Хайт, вытер лицо. Юля позвонила, сказал в срочном порядке и подтянуться. Юлечка, солнышко. В общем так, нам надо одолеть этих мудаков и увезти отсюда Катю. И зачем она им? Спроси, что полегче. Ладно, сказал Матвей, когда красные сорвались с места и побежали на нас. Иван, твои левые. Вас, бери правых, а я по центру. Парни кивнули, приготовившись, бросились навстречу атакующим. Ее, вот все, кайф. Но часть из красных проигнорила угрозу со стороны Вани и Матвея, обогнули их и побежали в сторону Васи. Удар от ближайшего, зашедшего к нему со спины, пришелся ему в затылок, отчего тот подался вперед, встречая всем телом молотящую тучку рук и ног. И то ли от страха, то ли от безумия, что во мне закипало от всего происходящего, я рванул к Васе, сходу толкая одного из людей в красном, причем с разбега. И поплатил за эту выходку ударом прямо в лицо. Ноги перестали сжать тело и ощутила невесомость, после чего приложившись всем телом о твердый асфальт. В глазах все плыло и было трудно что-либо разобрать. Я дивлюсь лишь, как кто-то в красном схватил меня за плечи и приподняв потащил куда-то. «Катя! Катя!» Встряхивая меня, кричал Денис. «Ты? Уведите ее в машину!» Сказал Денис и, поставив меня окончательно на ноги, помог опереться на продавщицу. Как только к ней подключится Хайт, пусть водитель сразу жмет в пол. Я помогу вашим парням. Продавщица кивнула, и Денис побежал в гущу боя. Пошли быстрее. Придерживая, она повела меня в сторону машины, что стояла за углом какой-то постройки. Подождите, пожалуйста, сейчас мы вытащим еще одного. Нервничая и избиваясь, говорила девушка, усаживая меня судорожно оглядываясь назад. Все кругом такое мутное. Как же больно. Словно в полудреме я прикоснулся к правому виску, куда пришелся удар. Кем же надо быть, чтобы поднять руку на девочку? Как же меня все бесит. Я чувствовал тошноту, сотрясение. Вот же повезло. Зато я не испугалась. Я встряхнул аккуратно головой и вытерл лицо. Даже думать было тяжело. Так, уезжайте. Громом по ушам резнул голос Дениса, что усадил Хайта на сиденье рядом. Шеф, стартуй. Хайт протянул ему лист с адресами и откинулся на сиденье. «Берегите себя», — только сказал продавщица, захлопнув дверь. Загудел мотор и неприятно встряхнув машину, тронулась с места. «Охренеть, вы что там устроили-то? Кто это такие?» Раздался голос водителя, и я вместе с Васей обернулся, смотря в окно. За машиной, отдалившись от места драки, машину пытались догнать несколько человек в красном. «Просто жми в пол!» Тот лишь кивнул, и мы ускорились. Проскочив перекресток на красный цвет. «Красава, шеф! Красава!» Только и пробубнил Хайт в то же мгновение, оседая на сиденье и закрывая глаза. Что, возвращение в город?
В быстром темпе лесополоса и маленькие деревянные домики сменились на яркие огни, стоящих вдалеке бетонных стражей, царапающих небо. Когда мы ехали на мосту, пересечении Несильской и городской местности, Хайт пришел в себя, молча оглядев свою одежду, руки и бросив на меня взгляд, ничего не сказав, уставившись после в окно, ровно как я. Эх, давненько меня тут не было. После преодоления моста меня ослепило близко огни города, готовящихся к вступлению в ночной режим. Вокруг пестрели вывески, люди топтали асфальт, расхаживая туда-сюда в разных бросающихся в глазах пестрых и разноцветных одеждах. Местами ребятня каталась на самокатах, велосипедах и каких-то странных штуках, стоящих из платформы и пару колес. А, ну это же гироскутер. Не обращая внимания на дождь, льющий с неба. О, еще дождь идет. Вот это настроение Хайта, атмосфера Хайта, так сказать. Улица за улицей, словно в какой-то яркой сказке, мы проезжали мимо различных кафе, магазинов и причудливой формы домов, обгоняемые невиданными мной ранее автомобилями, что так же, как и все вокруг, пестрели красками и блеском. Не все, но большая часть. И в скором времени на одном из перекрестков, прижавшись к обочине, машина остановилась. «Приехали!» «Ну и приключения вы мне устроили», — со смешком ответил молодой водитель, протирая лицо руками. Хайт пошарил по карманам и, выудив оттуда 5000-ную купюру, протянул водителю. «Ой, у меня сдачи не будет. Разменяйте вон в супермаркете». «Сдачи не надо. Ты нехило нас выручил. Да и штраф будет чем платить». «Спасибо, шеф». Хайт, не став дожидаться, пока водитель возьмет деньги, положил их на пассажирское переднее сиденье и, щелкнув рычажком, вышел из машины. «Катя?» «Да-да», — пробубнила я, выбираясь следом. «Спасибо вам», — бросил я водителю, и Вася, закрыв дверь, утянул меня за собой вперед, по заливаемой дождем улице. «Где мы?» «Спасибо, что помогла», — сказал мне неожиданно Хайт, когда мы проводили взглядом уезжающего водителя и пошли в обратную сторону. «А о чем ты?» «Прежде чем упасть, я видел, что ты пытался мне помочь. Мне жаль, что тебе досталось. Еще в такую противную часть головы прилетело». «А, да не шибко помогла. Больше подставилась, чуть не испортила все». «Не волнуйся. Первый удар по лицу больнее всего. Потом привыкнешь», — сказал он со смехом. «Да уж не хотелось бы еще раз такое удовольствие почувствовать. До сих пор мутит и мысли в кашу. Сходи к Виоле, как вернешься. Если сотрясение, то эта штука серьезная. С ней лучше не шутить». «Да, я понимаю». Так, мне вот сейчас будет интересно вот эта встреча, блядь. Ищу. Сука. Можно погромче? Вот это, блядь, вот это саундтреки, вот это я понимаю. Пройдя по улице, мы остановились у большого старого ангара, в которых обычно ремонтируется общественный транспорт. Ну и местечко. Только пробубнил Хайт, веряя с адресом. «Ну да, то самое строение, что и в записке. Выглядит не очень». Хайт задумался и закурил. «Сейчас покурим», — сказал он, облокачиваясь на фонарный столб. «Слушай, черт, почему ты решил, что я нужна Лилит? Что она за мной именно пришла? А разве твои друзья тебе не сказали?» — с удивлением спросил он. «Спроси Люцифера об этом, или Дениса. Но знай, что ответ тебе не понравится». «Почему?» «Потому что они думают, что если убить тебя, можно сделать Лилит уязвимой». «А что?» «Вы связаны между собой. Ты еще одна девушка Орфея». «Ваша связь питает Лилит. Люци рассказал об этом утром сегодня, если ты забыл. И пока они с Денисом думали, что пришли к выводу, что именно из-за этой аномальной связи Лилит своего рода неудержим...» «Тихо. Блять, сука». «И пока они с Денисом думали, то пришли к выводу, что именно из-за этой аномальной связи Лилит своего рода неудержима. Пока у нее нет души, вы наполняете ее существо той энергией, которая ей нужна. Но если ты умрешь, умрет и Орфея. Вы связаны настолько, что когда ты получаешь травму, получает ее и она. Это не мои слова, это догадки сатаны».
А ты откуда все это знаешь, если ты ушел оттуда раньше меня? У меня есть свои уши в лагере. Ты же не думал, что я уйду и пущу шанс узнать что-то полезное о своем враге? Он улыбнулся. В любом случае, твоя смерть ничего не гарантирует. Но раз Лид пришел за тобой, то значит, что-то в этой теории верно. У меня было мало времени думать над этим, уж извиняй. Знаешь, я даже реагировать на это не хочу. Пошел он в жопу, этот твой Люцифер с его тайнами. Я лишь улыбнулась Васе и развела руками. Я получил по морде, меня тошнит и у меня болит голова. Мне трудно думать и реагировать. Так что пошло оно все. Вот это по-нашему, улыбнулся он мне, откидывая сигарету. Подойдя ко входу, он дернул массивную дверь и отворил ее. Мы вошли. Мы вошли сюда. Что-то тут не так. Только и подумал я, глядываясь кругом. Было довольно темно, но даже в этой темноте было видно, что место это давно заброшено. Не очень-то место для встречи с девушкой они выбрали. Не нравится мне это, высказал я последнее слово. Мне тоже. Слишком темно и тихо. И пусто. Это ловушка? Да. Твою мать, странный демонический выродок. Хайт сплюнул под ноги и повернулся ко мне. Не доверяй ему, он что-то задумал. Хайт неожиданно поднял руки вверх и замер. Передай ему, что когда я выберусь, я убью его без сожалений и тормозов. Убьет он Лид к тому времени или нет, неважно. Когда последнее слово соскочило с его губ, дверь за спиной с грохотом отворилась. Меня схватили за плечи и поволокли куда-то назад. А из дверей и будки, что расположились по бокам, от нас выскочило несколько людей, одетых в медицинскую форму. Сучий выродок. Несколько человек, целясь с пистолета, быстро, но аккуратно подошли к Васе, и несмотря на то, что он сдался, грубо бросили его на пол, замалывая руки за спину. Когда наручники защелкнулись на его запястьях, из-за моей спины вышел мужчина в гражданском костюме. Хайта подняли на ноги и держали двое полицейских, а мужчина, встав напротив него, вытащил из кармана брюк удостоверение и показал ему. Детектив Лерой, одел особо тяжкие пистолеты. Ох, Лерой, бля, сколько лет, сколько зим. А где арт? А где моделька Лерой? Бля, братишка. Глаза Хайта вспыхнули. Василий Хайт, вы арестованы за убийство, укрытие от налогов путем инсценировки смерти и ряд других преступлений. Все, что будет вами сказано, может и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Если вы не можете позволить его себе, то он будет предоставлен вам государством. Увести. Меня за плечи отдернули в сторону и отошли от выхода. Томас Ласки. Ребят, как мы давно не виделись, твою мать. Возьмите у свидетеля показания. Составьте протокол и доставьте до места пребывания в лагерь Совенок. Есть. Меня вывели на улицу и подвели к медицинской машине. Я офицер Томас, а это сержант Макласки. Бля, Томас, брат. Эх, как давно мы не виделись. Представился полицейский, а его напарница открыла зонт и встала рядом со мной. Фамилия, имя, отчество. Просил меня полицейский, присев на переднее сиденье и взяв в руки какой-то бланк. Приездного Екатерина Викторовна. Возраст, 17 лет. Какие связи у вас были с задержанным? Половые. А ну, никаких, мы просто знакомые. Жанты переглянулись, но не став комментировать, продолжил задавать вопросы. Хайт. Сука, Халим и Люцифер, такая тварь. Я думал, у меня сейчас встреча с Ли будет. Там типа, Хайт, ты жив? Лия. И вот что-то в таком духе. А меня, блядь, менты повязали. Сука. Ну как меня, Хайта. Вскоре с ним было покончено, и меня усадили в машину. Город, блестящий и сверкающий разноцветными огнями, что только стали краше из-за капель дождя, уже не привлекал меня и радовал. Он обманул меня, солгал. Только и думал я, трясясь от злости. Вскоре и огни исчезли, а салон заполнил нема и густая темнота. Тьма, я не помню. Город остался позади, и сейчас впереди в свете же фар уже виднелся знакомый поворот дороги. Поворот к воротам лагеря, Комбэк, возле которых меня уже ждал полковник. Вожатый обменялся парой фраз с сержантом Ласки и подписал какой-то бланк, после чего подошел ко мне. Он что-то говорил, отчитывал меня. Ну, господи, как же мне все равно. Сейчас у меня было лишь два желания. Ой, сейчас будет... А, это не я! Ко-ко-ко!
Закончив с лекциями, полковник улыбнулся мне и похлопал по плечу. Не знаю, что сказали ему милицейские, но это явно как-то сказалось на том, что мне не устроили полный разнос. И когда мы вошли в лагерь, полковник отправил меня на все четыре стороны со словами: «Веселись, дискотека еще идет». И я пошел прямо на площадь, не в силах терпеть ни секунды. Не, ну, блядь, тут надо нажраться уже. У меня было одно желание, только нажраться с Аленой. Так, Катюха-сан, ты где была, жопа ты эдакая? Вылетел на меня Алена с вопросами Нельша, оттолкнул ее в сторону, направляясь к замеченному мною ранее человеку. Ты чё, Аленка оттолкнул? Мать! Катя, послушай. Я не хочу слушать. Ну, и тебе это, блядь. Сейчас будет такой ровненький удар. Ах, хорош. Я замахнул, чтобы его мочь, ударил его по лицу кулаком. Ой, хорошо. Слава сел на асфальт, и я на эмоциях задел его еще и ногой. Прямо в лицо. Этого было мало, чтобы меня наконец успокоить. Но силы мне уже совершенно не было. Поэтому я под хруст из стекляшек, очков и подошве направился в домик. Так, я говорю. Ну уже ко мне пришла Алена, мы нажались и что-нибудь как-то зафлексили, потому что настроение сейчас дерьмо, вот после всего этого. Я говорю, мне нужен какой-то жесткий флекс. Войдя в который, не раздевайся, лишь скинув обувь, сразу рухнул на койку. Три шкуры сдеру с мерзавца. Но завтра. Только и подумал, я... Что там? Только подумал я, закрываю глаза. Ага. Все? Ля, ну... Было довольно-таки круто. Если бы не битрейт, то вообще было все круто. Ну, типа, прикольно, но я говорю, я бы хотел больше флексить с Катюхой-сан. Ну, на самом деле было годно. Сколько я, получается, глаз с моим чтением? Ну, там на 4.30 по факту. Очень круто, на самом деле. Годнота. Так, там еще хайт опубликовал. Ну, все, покуда не знаю, по стримам пока буду стопориться. Хотя хайт опубликовал современный современных 2009. Это уже завтра, скорее всего. Прочту. И будем ждать, покуда хайт выпустит новых модов. Я снова залягу на дно. Как-то так. Так что, ББ, наверное, до завтра. А может, я сегодня еще вечерком попробую постримить. Посмотрим. Типа, это за субботу. В субботу я был занят. Вот как бы как-то так. Ну все, ББ получается. На 40 минут стрим. Ладно, все. Ну, получилось довольно-таки неплохо. Какой четвертый день. Вот, блядь, камбэк хайпа, мне нравится. Ладно, все. Растянул я как.